Ну все, наконец-то прибыл. Что-то далековато я забрался. Так, кстати, добрый день. Забыл. Сильно далеко забрался я. 6 километров прошел, далеко. Надо что-то поближе искать. Ну, разлаживаемся. Раз, два, три. А еще на всякий случай вот такую штуку взял от клещей и от комаров. Сейчас на штаны себе побрызгаю. И взял этот самый тент из ткани под палатку. Буду, ну, положу и тоже на этот тент побрызгаю, чтоб точно и в палатку не заползли, и никуда не заползли. Вот такой у меня тент. Ну вот эти штуки, это я сам с резинок сделал. Это зелененькие шнурочки я пришил, чтобы эти, ну куда я брошу вот эти резинки, чтобы они не потерялись. Там в траву или где оно ж отличается. Сегодня я опять с гамаком, но уже взял карабины. Кто не смотрел видео, посмотрите. Кто смотрел, не посмотрите. Сейчас гамак установлю, покажу, для чего оно и что оно, для чего нужно. Это кто видео не смотрел.
Красота, лепота. Рановато, конечно, пришел, но с другой стороны дома тоже заняться нечем. Интернет уже в печенках сидит. Был бы свой дом, было бы чем заняться. А в квартире, тем более съемной, и заняться нечем. Я вчера хотел пойти с ночевкой сюда. Ну, Саша отговорила, то с утра погода была плохая, дождю вроде дело и шло. А потом под вечер оно развиднилось, ну, я уже передумал. А сегодня конкретно настроился. И вот это ж маялся. Я уже хотел днем пойти, часа, я знаю, там в 3-4. Ну, просто я в 5:30 вышел, еще жарище было. Я сюда пришел мокрючий весь. Тут тоже заняться нечем, но не знаю даже. Тут свежо. Лучше, чем в квартире. В квартире плюс 28. А здесь я не знаю, сколько градусника у меня нету. Ну уж точно не 28. Я знаю, может 25, может чуть больше. Сегодня вечером, ну ночью обещали плюс 17. Ну не знаю, замерзну или не замерзну. Я сюда хотел взять... два спальных одеяла, не спальника, как вот с коконом, с этим, ну как это, а именно одеяло. Они в этот рюкзак у меня на 50 литров, а они все не влезло. Там только эти два спальника много места заняли. Потому что я хотел, ну вот коврик у меня аж этот самый, на коврике я бы хотел постелить одно одеяло, а потом в другое уже залезть, как в коконе. Но оно же, говорю, не влезло. Ну, значит, буду замерзну. Я взял, конечно, этот, сподняя одежда. Да по-нашему сподня, или по какому сподня. Я не знаю, знаете вы это слово, не знаете. Что я еще? Взял горелку, я этот. У меня был выбор, либо на горелке приготовить, поесть, или костер развести. Не хочу я костер, тем более он. И трава высокая, и сухое все, еще не хватало пожара. Поэтому взял горелку, на горелке я эту мивину взял покушать. А я вчера на велосипеде катался, хотел камеру взять, а потом думаю, да, не хочу. Я же выкладывал там, кто смотрел, два видео, ну, когда я катаюсь. Не знаю, просмотров мало, наверное, неинтересно. А потом я вчера поехал далекое расстояние, на 30 километров. Обычно у меня там 15-20, а это на 30. Потому что у меня одно и то же эти парки уже в печенках сидят. Если бы с кем-то вот ездить, можно было бы намного на большее расстояние и с ночевкой куда-нибудь поехать. И вот это я вчера там по трассе, ну можно сказать по трассе, но не трасса, но большая дорога. И вот это, я же говорю, камеру не взял, а потом ехал уже обратно и дорогу хорек перебежал. И пожалел, что я не взял камеру, что записал бы. Прикольный такой. Главное, вот дорога идет, другие там звери, ну там лисы, ежики, напрямую они ломятся, почему их избивают. А хорек вот этот же, главное, стал возле обочины. Ну, я ж еду, я ж вижу. Посмотрел вправо, влево. Посмотрел, что никого нету. И тогда побежал через дорогу. Думаю, ничего себе. Молодец какой.
Это-то ж я, это, говорю, думаю, надо было камеру все-таки взять. Ну, оно ж не знаешь, где что интересные моменты словишь. Я сколько катаюсь, нигде ничего не попадается интересного. Лежал, лежал, а потом думаю, дай-ка время гляну, может, кушать уже пора. Конечно, не сильно хочется, но все-таки. А глянула уже почти 9, да? Тогда надо покушать, сварить. Пока я сделаю, оно уже и 9 будет. Вот такая у меня этот самый, как оно, ковшик с ручкой, алюминиевая, ну, с крышкой. Вот такие у меня эти, кому интересно, коробочки. Коробочки я брал в аптеке. Ну, вы понимаете, для чего, наверное, коробочки эти нужны. Сахар и этот самый чай. Вот такая у меня ложка-вилка. Сам сделал тоже. Подпиливал ложку-вилку. Дырку проделал он на этот самый, на шуруп взял. Вот вам ложка-вилка. И маленькая, и удобненькая. А я сейчас достал, главное, достал вот это все, а потом думаю, а я ж спички забыл. Думаю, все, наелся. Думаю, здесь пьезовая поджига нету. Ну тогда что, думаю. А потом вспомнил, я на всякий случай, где горелка, спички еще давным-давно положил. Думаю, о, хоть голодный не останусь. А то, думаю, ну все, приехали. Вроде загорелось, что-то вообще ничего не видно. Ой, что-то не видно ничего. А, горит, да. Все, закипело. А вы знаете, что я что-то вот не подумал? Что я не взял? Я не взял никакую куртку. Это сейчас меня комары скушают. 100%. Фу, их уже вон целая куча. Да, вот это я, конечно, вообще что-то не сообразил. Что тут комаров валом. Ну, значит, сейчас покушаю, да, фу, в палатке буду сидеть. Что еще делать? Выбора у меня большого, не, вернее, выбора у меня другого нету. Фу, ё-моё. Да, надо гамак, наверное, убрать, потому что уже лежать я не буду с этими комарями. Да, кстати, я ж-то этот самый взял. Фу. Спать вот это ночное, как она, сподняя. Так я сейчас его надену. И все. И руки у меня будут в этом самом закрытые. Во. Во я сообразил. Хорошо. И огурчик принес. Вот такое. Это я в этот. В холодильнике. С холодильника огурчик. Чтобы он более-менее прохладный был. Вот это фольгу завернул. Оно тогда прохлада остается.
Ну так, прохладненький, да. Ну все, короче, камеру выключаю. Приятного аппетита. Неудобно, да. То ли ты за столом кушаешь, то ли ты на земле, считай, кушаешь. Зато на природе птички поют, свежий воздух. А теперь чаек. Чаек у меня обыкновенный. Не как у Татьяны Гордеевой со всякими травами. У меня самый обыкновенный. Да, клапан плоховатый. Что-то он то мало, то много делается. Сижу, чай пью. Если вообще видно, что-то будет. У меня тут такой фонарик. Старого образца. Не новые диоды, а старого. Короче, сейчас попью чай, да спать буду. Ну, жарко, кстати. Сама палатка, это самое. Я вверху позакрывал эти самые, как они называются, вентиляцию эту, потому что, я же говорю, вернее, говорил, что ночью под утро обещают плюс 17, думаю, чтоб не замерзнуть, а если жарко будет, так, эту самую, дверь лучше приоткрою. А сейчас жарко. Еще и чай пью горячий. Короче, увидимся завтра утром. Спокойной ночи, если что. Доброе утро. Ну что, спал я без поднятого белья. Одеяло теплое, жарко даже было под одеялом вообще. Я прям мокрый весь. А когда переворачивался, ну, спина открывалась, конечно, холодно было. Чувствовалось, что холодрыга. Я только проснулся. Сейчас соберусь, да домой пойду. Собакою надо гулять. Ой, Саша вчера вечером погуляла, а мне сейчас надо. Что вам сказать? Насчет выспался? Не выспался. Потому что я... Место у меня не очень хорошее попалось. Получается, внизу, ниже пояса, ровная земля. А вот где... Ну вот... Тут, где грудь, короче, на бугорке я лежу. Поэтому я не выспался. Что? Туда повернусь, бугорок. Сюда бугорок. Во-вторых, ну как, я выспался. Лучше, конечно, чем дома, когда собаки целую ночь гавкают. Тут до 4 утра тишина была полностью. И это же, я же говорю, до 4 утра. Тишина была, спокойствие, а потом... А потом птички проснулись. И давай чирикать мне. Ладно, где-нибудь вдалеке. А то прям вот где-то вот тут, надо мной на дереве. И давай, ёлки-моталки. Я уже думал вылезти, нагнать её. Ну, думаю, неохота мне подниматься. А потом улетела. Ну, улетело и все. И потом я заснул уже. А то так-то дремал, короче говоря. Не мог заснуть.
Короче, понравилось мне. Еще пойду. Я не знаю, на это место или на другое. Одеяло у меня вот такое вот. Вот такое. Вот такое. Я думал, буду спать как в коконе, ну, на молнии застегнутый. Не. И так я весь мокрый. Я его расстегнул. Потому что одеяло, получается, для температуры плюс 7. А по прогнозу ж ночью было плюс сколько? 17. Естественно, я мокрый весь. Все, короче. Может, потом еще засниму, а может, нет. Если нет, то спасибо за просмотр.